Всем привет, друзья! Вы на канале Free to Play Game. С вами Михаил. Это игра Trails of Heroes. Сегодня будем рассматривать такую тему, как основные характеристики героев. Тему предложил один из моих подписчиков. Спасибо ему за это. Как бы сам никогда не мог бы подумать, ну, в конце, в эндгейме, возможно, уже не задумываешься об этом, но для тех игроков, которые только начинают, возможно, будет тема полезная. Если вам нравятся такие видео, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем спасибо за поддержку. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Погнали! Итак, друзья, посмотреть характеристики героя можно, нажав на иконочку с английской буковкой И, и вылазит нам характеристики героев. Сюда входит вот этот вот перечень, можете сами прочитать. Пробежимся по каждой из этих характеристик. Сразу хочу отметить, сколько я времени потратил на выяснение вот всех этих максимального количества подробностей по поводу, что, собственно говоря, означает каждая характеристика. И самое лучшее объяснение и, возможно, самое достоверное, как мне показалось, было на канале Напролом. Там видео так и называлось. Основные характеристики героев можете сами посмотреть, убедиться, оно еще доступно. Автор канала уже не снимает по Trails of Heroes, но тем не менее это, пожалуй, самое лучшее видео и самый лучший источник информации, который получилось найти. Я не активный пользователь соцсетей, возможно, в каких-то группах можно найти более развернутую информацию, поэтому, друзья, если у кого-то есть, дополняйте в комментариях или поправляйте меня. Автор канала Напролом ссылается на ответ разработчиков, который он получил на вопрос, что, собственно говоря, каждая характеристика обозначает. Итак, атака – это базовый показатель, который будет наносить персонаж урона по противнику. ХП и, соответственно, здоровье. Ничего нового, все как во всех играх. Фиксированная атака, фиксированное УЗУ – это уже новые показатели. У автора канала не было таких показателей, объяснений нету. Но, насколько я понимаю, друзья, это новые показатели, которые появились с введением в галактических вратах вот этих всех мегалитов, и они просто дополняют показатель атаки. Могу ошибаться, не утверждаю это стопроцентно. Броня — это показатель, который снижает входящий урон. Соотношение, как видите, просто сумасшедшее по сравнению с атакой. По-видимому, есть какой-то коэффициент, сколько одна броня соответствует поглощению урона. Ну, мне этот коэффициент неизвестен, поэтому, друзья, ничего не могу по этому поводу сказать. Скорость — это показатель, который определяет, кто будет ходить первый. Если в PvE контенте это не имеет никакого значения, то все локации, где противником является реальный игрок, например, тот же крестовый поход, это показатель самый ключевой. Особенно в эндгейме, где уроны просто сумасшедшие, и кто первый ходит, зачастую тот и выигрывает. Конечно, такие персонажи, как Немея, немного могут это притормозить, но в большинстве случаев скорость будет рулить. Урон навыка — это дополнительный урон к ульте, которую наносит персонаж наш. Хит — это процент попадания персонажа по цели. В галактических вратах особенно имеет большое значение, потому что там, если бы, конечно, разрабы показали какие-то, ну, коэффициенты, или как это назвать, у мобов,
показатели, но там даже имея хит там 50%, иногда смотришь и есть промахи. Ну, не знаю какие, ну, показатели. Тут, конечно, разрабам интересна у них политика, чтобы вместо того, чтобы показать какие-то цифры, у них как бы полное молчание. Ну или, возможно, я не знаю, где посмотреть, опять же, друзья. Уклон – это показатель, который определяет возможность избежать атаки. То есть на игровом поле это будет видно как надпись «Мисс», то есть промах, персонаж просто не попал. И ни броня не имеет значения, ничего, будет 0 урона. Переходим, наверное, к самому интересному. Крит и урон крита. Ну, крит – это процент, который определяет возможность получить увеличенную атаку. Также интересный вопрос в показателе крит. Какой коэффициент самого крита от самой атаки? Единственное упоминание, которое удалось мне найти за эти дни. Вот на том же самом канале вроде бы как от 1,5 до 2. Где-то в этом районе. То есть или 150, на 150% или на 200 увеличивается урон. Плюс-минус, но не больше. Урон крита, соответственно, это увеличение базового показателя крита. Ну, самого базового показателя мы не знаем, поэтому черт его знает, насколько оно увеличивает. Урон брони. Урон брони определяет процент брони, которая будет игнорироваться. Например, если взять, допустим, один к одному, там на 1000 атаки 1000 брони, ну, коэффициент в игре явно не такой, ну, гипотетически представим себе 1000 на 1000. Если у игрока, который атакует, будет урон брони, вот, например, как здесь, 27% у галактического Евгения, то 270 единиц брони будет игнорировано атакующим персонажем. Вот такая вот механика. Иммун контроля – это процент, который определяет возможность избежать всех навыков, связанных с контролем персонажа. Заморозка, зачарование, что у нас там еще? Стан. Вот все в этом духе. Иммун урона – это процент, который вообще игнорирует входящий урон. И реальный урон – это процент, который игнорирует броню полностью. Вот точно так же, как на канале Напролом автор, я до сих пор не понимаю, в чем разница урон брони и реальный урон. Я видел на канале Gods of Dawn Иван и даже проводил тесты с навыками реальный урон или урон брони. Ну, приблизительно одно и то же получается. Ну, в чем разница, я так и не понимаю. Но если ты игнорируешь полностью броню в показателе реального урона, то это ж получается одно и то же, что и игнорирование урон брони. Если, друзья, есть у кого-то более подробная информация, конечно, будет, я думаю, интересно и полезно фри-ту-плей игрокам для определения. Например, у меня все руны стоят на реальный урон. Возможно, стоит потестить. Ну, это, наверное, сделаю после того, как, друзья, кристаллы пройдут, ивенты. Поделаю себе дополнительные слоты и тогда проведу какие-нибудь, может, тесты. Друзья, на этом будем заканчивать. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. И всем хорошего настроения. До новых встреч, друзья.